В Самаре введен усиленный санитарный контроль. Губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление. Сразу после прилета в Курумыче всех пассажиров дважды проверяют с помощью тепловизоров, которые показывают повышенную температуру тела. Особое внимание гостям из Индии и Китая. Каждый пассажир дважды проходит под нашими тепловизорами. В случае выявления больных с повышенной температурой, измеряется температура обычным электронным термометром, вызывается врач из здравпункта аэропорта, который осматривает больного и ставит ему диагноз или снимает диагноз. Ни одного случая заражения новым коронавирусом в Самаре не зарегистрировано. Пассажиры признаются, об экзотической инфекции слышали, но она их не пугает. Я не боюсь. Надо закаляться, заниматься спортом, питаться правильно и все. Не пить алкоголь. И никакие вирусы тебе не страшны. Все же меры предосторожности не повредят, предупреждают медики. По официальным данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, превысило 100 человек. Общее число заразившихся достигает нескольких тысяч человек. Врачи говорят, симптомы нового вируса очень похожи на ОРВИ. Поэтому путешественники, которые недавно вернулись из стран, где зарегистрировано заболевание, при первых симптомах должны сразу обратиться к врачу. Пациент должен прибыть из стран, неблагополучных по данной инфекции, и иметь признаки ОРВИ, банальное ОРВИ, то есть повышение температуры. В частности, для этой инфекции характерна одышка, боли за грудиной. Вот это у нас уже должно насторожить на новую коронавирусную инфекцию. По Министерству здравоохранения проводятся мероприятия, направленные на изучение и подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечению новой коронавирусной инфекции, а также мерам собственной безопасности и подготовки медицинских организаций и, прежде всего, госпитальных баз для приема таких больных, госпитализации, изоляции, лабораторной диагностики и лечению новой инфекционной коронавирусной инфекции. Россиянам рекомендовано временно отказаться от посещения Китайской Народной Республики, а также стран, где зафиксированы случаи заражения. В целях безопасности советуют пока воздержаться от заказов товаров из Китая. Лариса Шлафаст, «События».